Всем привет, друзья! Дано. Холодная левая нога, Рено Дастер. Вот такая вот покупается в магазине. Здесь Рено, она подходит Логан, Сандера, там, Дастер и так далее. Внутри имеется вот такая вот гаечка на 10. Сейчас заглядываем сюда. Вот что здесь видим. И устанавливаем. Вот так она встанет. Прикручивается к вот этому болту. Ну, болт предварительно надо открутить, здесь какая-то масса прикручена. Так, делаем. Открутили болт. Ну, смотрите, друзья, я одной рукой пытаюсь вставить, второй снимаю. А здесь, скорее всего, вот эта вот штука отогнутая. Хотя нет. Массу я оставил свою. Но из-за массы не дает. Это сейчас попробуем убрать ее. Если что, где-то. А что это вообще? Самара, Россия. Сигнализация, наверное. Ну, скорее всего, да. Ну, прикрутим ее вот сюда вот. Здесь он тоже есть масса. Ладно, это решим, куда деть. Так, вот так. Вставили ее туда. Ну вот как-то так. Вот и все. И прикручиваем гаечку. Гаечка, которая была на массе, не подойдет. Поэтому прикручиваем ту, которая давалась. Так, друзья, ну вот что получилось. Я отсоединил вот здесь вот ковролин, чтобы добраться до этого болта. К нему сейчас подсоединю вот эту массу. Откуда, что она, не знаю. А здесь получилось вот так.
Да, еще рекомендуется здесь подрезать ковролин. Ну, подрежем чуть-чуть. Это не проблема. У кого сигналку подключили массу сюда, и вы ее хотите переподключить на вот тот болт, надо будет с помощью шуруповерта еще раз сверлить вот это вот отверстие. Делаем. Вот так получилось. Сверло тупое. Ну и прикручиваем. Так, ее туда поглубже просунем, чтобы она здесь не мешалась. Вот таким вот образом. Ну вот так, я думаю, нормально. Все, вот так. Я затянул все сейчас. Держится как вкопано. Сейчас ковролин обратно поправил. И вставляем. Вставляем все назад. Закрываем. Ковролин, значит, вот этот вот кусочек, друзья, надо обрезать. Вот этот вот. Вот так вот кусочек. Вот смотрите. Вот так. Обрезаем и показываем. Вот так, друзья, у меня получилось. Вот такой кусок я вырезал. Вот, в размере с педалью тормоза. Значит, вот здесь вот ковролин может вот так вот. Вы его так вырежете, чтобы туда подался лучше. Чтобы масло не перестарался. Вот. Сейчас степлером. Вот так вот. Чтобы он туда загибался, да, и все. И был таков. Все, всем спасибо, друзья. Всем удачи. Всем пока.